4 декабря состоялась встреча, семинар главы района Олега Хоромова с населением. Пришедшие на встречу жители, это порядка 250 человек, смогли получить необходимую консультацию и очень конкретные ответы на все заданные вопросы, как лично от главы муниципалитета, так и от представителей профильных подразделений администрации района и подведомственных структур. Если такой формат встреч будет востребован, глава района пообещал проводить их на регулярной основе по самой различной проблематике, которая будет определяться с учетом пожеланий жителей. В изо-студии «Акварель» молодежного клуба «Энергия» в рамках сотрудничества с Всероссийским обществом инвалидов был организован мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. Подобные мероприятия способствуют социальной адаптации, развитию коммуникативных качеств через групповые развивающие занятия, а также развитию творческих способностей у детей с ограниченными возможностями. Одиннадцатого декабря с 13 до 17 часов в приемной представителя Уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском муниципальном районе, расположенной по адресу город Видное, улица Школьная, дом 17, будет проходить прием населения с участием юристов адвокатского кабинета «Радченко и партнеры». Прием будет осуществляться без предварительной записи, в порядке живой очереди. Двенадцатого декабря в 12 часов в кинотеатре «Искра» города Видное по инициативе Общественной палаты Ленинского муниципального района пройдет второй гражданский форум. Заявки на участие необходимо подать до 10 декабря по электронной почте op-len@mail.ru.